Всем привет, всем доброго времени суток, ребята. Вы на канале Jeff Games и с вами Джафар. Сегодня я хочу вам рассказать и подробно все показать, как на самом начале игры, например, если вы там 13-14 левела, достать один из самых хороших доспехов, топовых в этой игре. Называется этот доспех «Доспех королевских останков». Еще раз говорю, очень хороший доспех. Очень долго вы можете играть с этим доспехом. Вот, ребята, я вам сейчас показываю дорогу, куда надо пойти. Как только начали играть, вот, получили лошадку, и можно вот это уже делать. Мы идем на болото. На болоте есть место «Альбиношская деревня». Нам там надо сделать кое-что, сделать задание. Вот, на карте тоже покажу, где я сейчас нахожу. Вот здесь и все время идете прямо по дороге. Вот, дорога сам вас поведет, никуда не сворачивайте. Вот, мы дошли до болота. И если что, вот впереди по дороге можете забрать вот карту. Или же благодати, посидеть там, раз вы пришли, можно активировать эту зону, чтобы видно было, вы все равно сюда придете. Вот, а здесь, вот, я открыл карту, а здесь вот постарайтесь держаться все время, вот, с левой стороны по скалам. Вот мы уже дошли, сейчас вот деревня Альбиноров. Вот здесь у благодати посидим, если что. Вот. Сейчас поднимемся наверх. Ребята, тут один вот такой нехороший... Я даже не знаю, как его назвать. Он огнем кидается. Вот, будьте осторожны. Его убейте, а то он вам будет очень сильно мешать. Потому что нам надо там поговорить с дедулей. Дедулей, который выйдет с кувшина. Вот, я сейчас вам все покажу подробно. Вот, после того, как его убили... Кстати, я тут один раз умер. Вернем свои руны. Вот. Мне всего 14 левел. Я только-только начал играть вот с этим персонажем. Вот. Вот этот кувшин не бейте, ребят. Вот. Оттуда выйдет дедуля. Общайтесь с ними. Я промотаю общение. Он даст нам часть медальона. Это задание подъемника Дектуса. Вот. Забираем свой часть медальона, общаемся с ним до конца и ждем, пока он не умрет. Он умрет, а мы, ребята, телепортируемся вот сюда, на круглый стол. Вот я сейчас нахожусь тут, деревня Альбиноров. После мы телепортируемся сюда, в круглый стол, ребята. Тут нас обманывают, мы не попали в крепость круглого стола. Тут на нас нападут, вот, один фантом, вот такой. Его мы убиваем. И, кстати, будьте осторожны, в начальных стадиях мы очень слабые, а он сильный. Вот, убиваем этого фантома, и все. Вот видите, как он атакует, такой агрессивный. Сейчас добьем. Вот, убили, ребята. А сейчас нам просто надо пойти после убийства вот в другую комнату. Там сундук есть. Откроем сундук. Вот наш сейчас вот настоящий крепость круглого стола. Вот, еще мы получили кость, это тоже очень хорошо. Вот, ребята, вот мы идем в эту комнату. И вот видите, там блестяшка есть. Вот. Оттуда и забираем свой доспех. Вот. Королевских останков. Еще раз говорю, очень хороший доспех. Сейчас наденем и посмотрим, как все это выглядит на нас. Ну, мне нравится. Для начала вообще хорошее начало. Вот так. Вот так, ребята. Надеюсь, все это вам тоже понравится. И будет для вас полезным.
хотел с вами поделиться. Спасибо всем за просмотр. Всем пока, пока, добра и мир, ребята. Берегите себя.